Здравствуйте, друзья. Мы снова на нашей стройке. Недели не прошло. Почти неделю назад это была суббота, а сегодня пятница. Вот мы были на этой стройке. И тут появляется больше стен, перекрытий. Вот, мы сейчас посмотрим. Видите, забился чуть не до упора этот вот контейнер для мусора. Так он там был наполовину наполненный, а сейчас битком. Хотя не исключено, что они его успели опорожнить за это время. Да. Так, давай, Света. Значит, коридорчик будет, да? Уже можно видеть план дома. Здесь будет, зашел в дверь, коридорчик. Пошли в коридор. Так. Так. Зашли в коридорчик. Коридорчик. Из коридорчика вход в гараж. Где? Так, пожалуйста. Значит, зашли из коридорчика, и вот тут дверь. Вроде в солнце не хочу снимать. Вот эта дверь. Она изначально по плану должен был быть opening здесь. Мы решили сделать дверь, потому что у нас далеко идущие планы дальше. Да. Короче, оставили дверь под далеко идущие планы. Да. Так, и вот это будет living room. Ну вот, там еще нет фанеры с той стороны, но тут уже вот что-то такое намечается. Идем дальше. Прошли мимо гаража. Справа опять дверь. Тут двери нет. Хорошо. Идем дальше. Гараж остался сзади. Это мы где, Свет? Объясни, вот что такое большое пространство? Ты знаешь, что вот здесь вот в углу будет кухня, вот так, под этими двумя окошками будет, да, кухня. А вот здесь у нас получится такое стади место. Стади? Да, ну стади рум. Так. Вот это вот, видишь, вот это они сейчас стенку здесь поставят, там будет ландри. Стиралка. Угу. Понял. А где дверь в стиралку? Сбоку, вот где стоит стол, вот отсюда с этой стороны. Ага. С угла. Понятно, вот, понятно. А здесь вот это будет кухня, там будет дайнинг, там будет ливинг-рум. А здесь будет такой маленький закуточек, где можно поставить вот тут письменный столик, да? Какие-то где биллы, письменный столик? Здесь вот поставить маленький такой письменный столик, где биллы, компьютер, там что-то такое. То есть вроде бы ты со всеми вместе, но в то же время отдельно. Понял. Так, с той стороны тоже какие-то подвижки или... А, ну вот они сейчас фреймуют вот эту часть. Они как? Там ничего не делали, просто весь пол залатали уже. Можно хотя бы так, зайти. Пол залатали, да, пол видно. Пол залатали. Так, ну-ка, давай, покажи, где комната. Где дверь вообще? Это дверь? Ливинг, ты говоришь. Вот я сейчас в ливинге, да? Да. Так. Ты знаешь, что да. Ты прав, что они оставили дверь, потом ее закроют. Все-таки это дверь. Это так. Да, потому что сделают дверь вот здесь, отсюда. Ага. А что же они так делают, что будет дверь, а нету? А потому что по чертежам не положено. Ага, значит, потом сделаем. Потом сделаем. Ладно. Хорошо, вот там ливинг небольшой. Мы специально сделали его небольшим, потому так, что это waste of space. Хорошо, там, где мы сейчас находимся, вот тут это просторно. Это одна из спален, да, это одна из спален. Ничего себе спальня. Нет, ну вот она, ну, вот просторно отсюда. Да. Она 12 квадратных метров. У меня все спальни такие. Понял. Меньше, чем 12 квадратных метров нет. А и выход на... Выход, да, здесь будет дверь. На улицу. Здесь будет окно. Вот эта дверь, это да, окно. Угу. Так, идем дальше. Вот, то есть можно будет отсюда зайти. Хорошо, это что? А это следующая спальня. Так, но между ними нет двери. Не будет. Нет, так. Это следующая спальня, вот здесь будет проходы, вот до у него окно, очевидно, вот так. Вот до сюда спальня. Вот. То есть тоже там метров 12-15. Так, после этой спальни вон там после что? После спальни идет вот тут туалет, а тут вот инклозит. А, это вот к нему, да, причиндалы все туалетные. Туалет и вот инклозит здесь будет. Шкаф. А вот уже за это место, вот за туалетом. Вот да. Вот тут. Это все уже будет мастер-спальня. Так, это вот мы ее вот выдвинули туда, стенку. Да, ну слушай, она вполне приличного размера. Так, хорошо. Вполне приличненькая, да, мастер-спальня. Да. А там будет еще одна спальня. Так сколько спален-то? 4. Ага. Вот, вот отсюда есть коридор. Подожди, спален 4, туалетов 3. То есть вполне современно. Ага, ага. Гвозди. Друзья, вы видите гвозди, мы не будем на них наступать. Да, он просто разбирает пол. Да, поэтому туда не ходи, там вот, не будет. Вот там вот этот вот бывший пол. Эта комната изначально, эта комната, она практически осталась в том же размере, в котором была. Но там был шкаф,
И она была очень маленькая, она была буквально там 10 квадратных метров. Из-за шкафа? Ну да, только все разобрали, это вешало, стала большая просторная комната. А когда друзья поставят, когда поставят стенки, то выяснится, что все очень маленькое и тесненькое. А когда смотришь через опоры и много воздуха, и кажется, о, места сколько, блин. Какая площадь дома будет? Ну, без гаража 1900 где-то, 190 квадратных метров. Ну, 180, да, это приличный такой. Плюс гараж. Ну что же, хорошо, вот за неделю у нас такие подвижки. Ты знаешь, Света, что будет за следующую неделю? У тебя есть представление? Во всяком случае, я сегодня разговаривала вот эти люди, которые делают все эти деревяшки, называются да. Фреймеры. Фреймеры. Они делают фреймеры. И он сказал, что к концу января уже будет все закрыто фанерой сверху, с крышей. То есть он закончит свою работу. То есть они крышу должны убрать, старую? Да, они убрут старую, они поставят новую. Да. Это будет все к концу января, то есть буквально за месяц. Ну, отлично. То есть самое долгое – это вот нулевой цикл, все, что касается пола там и всего. Здесь это все моментально. А вот смотри, вот это у нас будет дверь на балкон. Да. На бэк-ярд, да? Это большая, широкая дверь. Большая, квадратная дверь, да? Только ты говори тогда вдвое громче, потому что там гудит мотор. Ну, мы сейчас отойдем отсюда. Да, давай отойдем. Да, ну вот, я просто хочу выглянуть. Да. Ну, ничего, вполне прилично, бэк-ярдик еще остался. Почему вот наши рабочие не соберут вот цитрусовые? Лимоны, лимоны они все ободрали. Ты думаешь, ну может быть им лимоны больше нравятся, чем апельсины. Да. Хотя это тоже знали, нет, это апельсины. Ну, апельсины небольшие, да. Вы видите, на полу лежит план, чтобы если что там, когда, где, чего, надо будет посмотреть. Вот у них тут план будущего дома, вот вы теперь его видите. Я могу даже так сбоку вам показать весь будущий дом. Пожалуйста. Вот это место, где мы стоим. Здесь был гараж на одну машину, узкий и длинный. Так. А теперь здесь вполне приличного размера получилось family room. Без того, чтобы что-то тут выдвигать. Вот здесь какие-то шкафы были вот тут, у стены. Тут стоял гитер, машина, вот шагарь стоял. Слушай, когда, если все вынести и машину не ставить, то очень просторно. Нет, так это будет нормально, а где стена? Вот там где нет, балка лежит? Нет, стены вообще не будет никакой. А, это все open space? Это будет все open space, да. Вот это туда, до гаража, шикарно, это да. Все open space. Да. И там будут кухонные кабинеты висеть вот так вот. Uh-huh. В этой стенке холодильник висеть, кабинеты, это самое, как это называется, плита, да? Да. А нет, плита неправильно. Айленд у нас будет? А как же, вот здесь будет айленд. А плита неправильно, я сказала, плита будет между этими окнами. Вот, то есть, вот эти две черные и две медные трубы, это под айленд будущий, да? Да, там будет две раковины у нас. Две раковины. Одна раковина с этой стороны уже. Шикарно, шикарно. А еще одна раковина будет наша. Ну что же, хорошо. Хорошо. Не, ну очень прилично. Как, знаешь, когда это все новенькое, вот достраивается, видишь, такие балки лежат серьезные. Не то, что там вот крыша будет старая. Совсем другая. Ну да. Это структура крыши должна быть. Крыша даже. Пойдет, а вот эти вот эти здоровенные клееные балки, да, которые мы в прошлый раз рассматривали, вот, которые по прочности, Свет, не хуже бетонных. Мало того, вот смотри, тут. Мы ограничены, поскольку дом старый, и нас, в общем, Сити выкрутил нам руки, что мы не можем потолки увеличивать. Да. Значит, получилось, что они должны поставить 8-футовые балки, чтобы сохранить вот этот 8-футовый потолок. Но, да, но мы делаем финт ушами. Вот здесь у нас будет ровный потолок, да. А вот здесь он уже пойдет вот так вот, как кассидр вот этот. Да, да, да. Ну, вот как этот, на уголок пойдет. Да, но да. Он пойдет вот так. Давайте я покажу, как ты руками делаешь. Вот так. Ну и что? То есть будет так повыше. Здесь будет высоко. То есть мы не будем делать плоского потолка? Нет, у нас будет потолок, здесь будет он вообще весь сломанный. Здесь он будет ровный, здесь он будет вот в таком направлении. А вот эта балка да. Ограничит его, и там будет еще выше потолок. Потому что, вот там? Да, там он будет на весь дом такой высоты, то есть там он будет сильно высокий. Ну, давай, мы дождемся, когда да. Построится. То есть там, где кухня, там будет сильно высокий потолок, и там будет очень много места. И в сочетании вот с этой вот family room это будет все очень просторно и очень симпатично. Ну что же, друзья, если бы люди, которые здесь будут жить, да, вот так же худели, как мы с тобой, то у них для них было бы еще больше места, потому что когда человек маленький, ему... Ну, почему тут худели, Миша? Я шучу, я шучу. Ему то же самое место кажется большим. Ну, ладно.